Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит расширить возможности россиян по распоряжению своим имуществом. Супруги смогут составлять завещание вдвоем, а наследственный договор можно будет заключить не только с родственником, но и с другим физическим или юридическим лицом. Предусматривается, что совместное завещание позволит заранее договориться по поводу судьбы имущества, определив, кому какая доля достанется, а кто из наследников лишится наследства вовсе. Данное завещание смогут оформить только супруги. Если один из них решит потом составить отдельное завещание, полностью или частично отменяющее совместное, то уведомить об этом другого супруга обязательно. В случае развода или признания брака недействительным, такое завещание утрачивает силу. Подробнее ознакомиться с изменениями можно в обновленной электронной версии Гражданского кодекса Российской Федерации. Мария Антонова, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.